3-летний Саша с мамой Динарой во дворе своего дома гуляет ежедневно. Раньше его мама переживала, что, катаясь с горки, сын угодит под колеса авто. Площадка была расположена рядом со въездом во двор. В итоге молодые мамы, живущие в 329-м доме по проспекту Кирова, решили место для игр сместить в сторону. За помощью обратились к районным властям. Там в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства проблему решили в кратчайшие сроки. Выяснилось, что под площадкой проходит труба теплосетей, а значит, играть на ней опасно. Посоветовавшись с жителями районной власти, горки и качели перенесли вглубь двора. Это намного удобнее, потому что стало подальше от дороги. То есть не боишься, что ребенок выбежит на дорогу и попадет под машину. Соответственно, плюс подальше от качели. У нас каруселька стояла сюда, рядом с качелей, что было очень травмоопасно для детей. Они могли выбежать и удариться об качелю. Вот, обратились в администрацию Кировского района. Они быстренько там перенесли эту карусель на более безопасное расстояние. Заодно починили и балансир. Злоумышленники выдернули детскую качалку вертолет и бросили в соседнем дворе. Он был, конечно же, сломан. Мы обратились в наше МБУ Кировское с просьбой отремонтировать балансир, потому что он подлежал восстановлению. Наше МБУ балансир восстановило, привезли по месту и заново установили. Жители были довольны и благодарны. Но помимо личных обращений, как это сделали жители дома 329 по проспекту Кирова, у самарцев есть возможность подать заявление и рассказать о проблеме онлайн через интернет. Существует масса возможностей, как можно житель донести о своей проблеме. Используя, вот, грубо говоря, коммуникации интернета, здесь можно говорить о том, что не забывать о системе ГИС ЖКХ. То есть вполне, используя систему ГИС ЖКХ, житель может подать заявление, не выходя из дома, в любой момент, когда его, говоря, нужно. Если не отпрашиваясь с работы, не теряя личного времени. С помощью платформы можно проверить показания приборов учета или лицензию управляющей компании, узнать график капитального ремонта дома, провести собрание собственников жилья и многое другое. Виктория Шарая, Константин Головин. События.